Рабіць ставку на экспорта арыентаваную вытворчасць, у тым ліку і на прыватных прадпрыемствах. На Слаўгарадчыне разлічваюць, што гэтаму дапаможа праграма развіцця паўднёва-ўсходніх рэгіёнаў. Пра гэта ішла гаворка падчас прэс-тура па Слаўгарадскім раёне, арганізаванага для журналістаў. Филиал Славгородский открытого акционерного товариства «Бабушкина клинка» специализуется на вытворчасці сыроў, поставки продукции на внешний рынок больше за 95%. У 2009 году тут проведена модернизация, набыта новая вытворчая линия. А уваход предприемства у склад молочного холдингу дозволил повеличить экономичный эффект. В 2012 году цех Славгородский был присоединен к ООО «Бабушкиной клинке», что позволило погасить задолженность перед кредиторами и вложить новые средства, так сказать, производства и развить более широкую линейку выпускаемой продукции. Также была разработана новая упаковка и новая этикетка. У вынику продукция отримала больше высокую ценовую категорию. Сегодня на предприятии вырабатывается больше за 30 ее наименее. Рентабельность продажу свыше за 15%. Гэта приватное дрэваапрацоўчае прадпрыемства створено у 2011 году на базе безгаспадарнага будинку. Тут занимаются вытворчасцю образных пиломатериалов. Створено больше за 50 працоўных месцев. 95% продукции идет на экспорт. И отходом находится применение. Производим щепу топливную и поставляем их на в котельные Аршанская ТЭЦ, Климовичи, Коммунальник. Цікава, что наместник директора – ее родный батька, але того не смучает, что керовник – дочка. Нужно детей учить, если хочешь им помочь, надо научить работать их. Я думаю, впоследствии она будет благодарить, что научили, что дали не рыбку ей, а удочку, чтобы она сама могла поймать эту рыбку. Магутности в творчестве позволяют перепроцовывать больше за 1000 кубометров лесу в месяц. До речи, которые набываются про сбиржу, не забываются тут и про экологию. На месте высеченных пляцовок робят новые лесопосадки. Тут навод профсоюз створены. А у ближайших планах створение еще одной в творчестве по утилизации пилования. Павел Савицкий, Сергей Карпяков, Николай Соболев. Новина регион.